Жил-был мышонок. Он очень любил сыр. Однажды он решил прогуляться. И он увидел в снегу палочку. Какая хорошая палочка! Под дерево превратилось в сыр, потому что мышонок все время думал про сыр. Потом он все стал трогать, и все стало сырным. Все, даже палочка. Мышонок стал кушать сыр. Ел. Уже сыр его надоел, а ничего больше не было. И вот он все съел на планете. Он съел всю планету до самой косточки и закричал: «Караул!» и упал с кровати. К счастью, это был его сон. Я хочу